В Якутске 3 и 5 июня пройдет акция, посвященная десятилетию со дня учреждения президентом Российской Федерации Дня эколога. О том, какие мероприятия пройдут в эти дни, нам расскажут заведующая кафедрой экологии БГФС СФУ, профессор, кандидат биологических наук Гоголева Прасковья и студентка первого курса кафедры экологии ЕНС СФУ Аргунова Людмила. Доброе утро. Доброе утро. Итак, какие же все-таки у нас будут мероприятия, приуроченные вот ко дню эколога 3 и 5? Кстати, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Спасибо. Какие мероприятия будут? Ну, во-первых, сегодня 1 июня, День защиты детей. И мы поздравляем детей, всех родителей с этим днем, чтобы у них дети росли здоровыми, красивыми, чтобы экология была у них лучше. Ну да, чтобы дети были красивее, нужно, чтобы экология была чище. И поэтому вот мы сейчас очень благодарны вам, что вы нас пригласили, дали возможность. Мы приглашаем своих выпускников, своих тех коллег, которые с нами работают, и вся наша кафедра будет отмечать, ну, совершенно вот нынешний год примечательный для нас год, да? Год экологии, год охраны окружающей среды, год... Кстати, да, этот год у нас годом экологии. Да, год экологии и особо охраняемых природных территорий, да? И... В рамках празднования? Еще и 10 лет это, да? Это как бонусом идет. И еще у нас 25 лет, как началось... Вот профессиональная, началась профессиональная подготовка экологов, да, которые сейчас уже работают. В нашей республике, в смысле. Да, да, на всех практически уже структурах. И мы очень рады, что наши выпускники очень хорошо работают. Да. Ну и мы очень будем хорошо отмечать этот день в том смысле, что ну, у нас как традиция получилась, да, день эколога, значит, экологи... выходят первую половину дня с вениками, с вениками, как говорится, да, убираемся. А нынче будем еще и рекультивацией немножко заниматься. Чем будете заниматься? Рекультивацией. Что это значит? Нарушенных территорий восстанавливать, посеять семена и так далее. А потом будем праздновать. А праздник будет у нас в виде эхо, потому что эхо у нас, ну, поскольку мы находимся, Северо-Восточный федеральный университет находится в городе Якутске, столице Республики Саха-Якутия, то, естественно, мы приучаем своих выпускников, своих студентов к нашим национальным праздникам. Это будет первый эсэх нашей республики, получается, да? Да, это один из первых. Ну, эсэх, как говорят, там проводится, конечно, везде и всюду. Мы сейчас какие-то праздники, которые связаны с Алгыс, с осохаем, с национальными видами спорта. Это как раз-таки 3 и 5 июня будет проходить ЭХЭХ. ЭХЭХ это будет 3-го. 3-го будет. А 5-го что у нас ждет? А где, кстати, будет 3-го числа проходить ЭХЭХ? А 3-го это мы, ну, обычно вот в Туймаде, где, ну, ближе к Ускатын, да, ближе. И вот таким образом это будет такая акция Министерства охраны природы и нашей мэрии города Якутска, экологическая акция. Это мы и будем очисткой заниматься и рекультивацией. Понятно. И где будет проходить? Ускатын, около Ускатына. А 5 числа у нас какой будет праздник? 5 числа у нас на площади Орджоникидзе будет проходить большое мероприятие для жителей и гостей столицы. А у нас будет проходить много выставок по экопросвещению, экообразованию. А также будет проводиться контактный зоопарк. Очень интересная программа будет для детей. Ярмарка и мастер-классы по изготовлению сувениров из столичных материалов. То есть все должно быть экологично. Вот. А как прийти надо тогда не в праздничной одежде, да? То есть мы можем там свободная одежда. Свободная одежда. Да, а во сколько? С 12 часов будет у нас праздничная программа. Также будет проведена акция по сбору использованных батареек. Так что каждый житель, который примет участие в одном из мероприятий, несет свой вклад в будущее экологии. А за батарейки будут давать конфетки или там шоколадки какие-нибудь? Сколько не будут давать? Подумайте пока об этом, хорошо, я рекомендую. Хорошая идея. Больше шоколад, больше конфет, будет больше батареек. Так, у меня вопрос был заготовлен. День эколога был вообще учрежден 10 лет назад. Зачем он был учрежден? Ну, потому что вопросом экологии давно уже занимаются. Ну, сейчас, как говорится, ну, Владимир Владимирович Путин, наш президент, понял все-таки, что экология – это жизненно необходимая и наука, и действие. Да? Потому что без этой
без этой экологии сейчас нам, конечно, жить будет просто трудно. Ну, сейчас, да, кстати, все ведущие державы озабочены вопросом экологии. Да. И вы, наверное, поэтому выбрали эту профессию эколога, да? Именно поэтому. Потому что с 7 класса я стала просто неравнодушна вопросом экологии, вопросом охраны окружающей среды. Угу. Вот. И, в частности, к охране природы своего родного края. Поселка Тулагина мы начинали вместе с Прасковьей Алексеевной, с Дмитрием Валентиновым Кентиным занимается изучением озера, чтобы предоставить, ну, чтобы повысить его статус до охранного, ну, чтобы не было такого вот браконьерства на нем не проводилось. И вот эти вопросы экологии, когда ты начинаешь их решать, тебя это больше всего затягивает, и ты начинаешь наконец-таки сам осознавать всю ценность этой науки. Из как бы действия, в общем, приводит к пониманию, да? Да, вот действуй локально, мысли глобально. Вот такой у нас экологический лозунг. Вам нравится учиться на эколог? Вы студентка первого курса. После того, как вы закончите как раз-таки свою специализацию, учебу, кем вы будете работать? Так, ну, эколог – это вообще очень такая разносторонняя профессия. Мы можем работать как и в государственных органах, так и открыть свое дело, свой бизнес, допустим, по мусору, как у нас сейчас очень большая проблема по этому, то есть по вторичной переработке отходов. Вот, работать в комитетах охраны природы, в национальном парке, на Ленские столбы как раз-таки скоро перейдет на федеральный уровень, да? Вот. Большое спасибо за интересную беседу. К сожалению, наш эфир ограничен по времени. Спасибо, что пришли к нам. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.